В 70-е годы прошлого века вышел документальный фильм «Я и другие» по исследованиям психолога Валерии Мухиной. В условиях эксперимента было доказано, что нормальные, вменяемые люди, дети и взрослые, способны изменить свои суждения об очевидных и известных вещах полностью, доходя до совершенного абсурда, причем это все происходило. И все, что для этого нужно – общее мнение людей вокруг. Олежка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе-белые. Андрюшенька, посмотри, какого цвета пирамидки? Обе-белые. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе-белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе-белые. 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 Такова природа человека, что мнение группы, мнение большинства из нашего окружения действует на нас чрезвычайно сильно. Когда путинская власть начала войну с Украиной, то задачей номер один было создать иллюзию всенародной поддержки. Типа того, что каждый россиянин просто спать спокойно не может, пока российские танки не пройдут по Крещатику. И вот сейчас все мы как сплотимся, как разберемся со всеми этими нацистами и наркоманами. А если ты сомневаешься в том, что наше дело правое, то должен чувствовать себя убогим маргинальным меньшинством. Все же говорят «белое», а кто видит черное, тот глупец и предатель. Неудивительно, что с первых дней войны мишенью репрессивной машины стали люди, у которых есть своя аудитория и к которым есть уважение. Те, чье мнение значимо для существенного круга людей. До поры до времени не сильно важно, что говорят в курилке какой-нибудь конторы или на кухнях. Поговорят и перестанут. А вот что говорят вслух люди, способные собрать стадионы, это важно. И этим людям было настоятельно рекомендовано хотя бы заткнуться. А лучше высказаться в поддержку. Но заткнулись не все. Многие голоса прозвучали сразу – громко и однозначно. Лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский после 24 февраля написал несколько антивоенных композиций и снял крутые клипы. Noize MC и певица Монеточка не ограничились антивоенными высказываниями, а пошли дальше. После начала войны они отправились в благотворительный гастрольный тур по городам Европы. Все вырученные средства от продажи билетов и интернет-трансляции концертов, а это десятки тысяч евро, были направлены на помощь украинским беженцам. В апреле группа Би-2 в Омске отказалась играть концерт в зале с баннером «За президента» с буквой «Z». Зигу завесили декорациями. Администрация спорткомплекса стала активно против этого возражать. Вернуть Зигу требовала. И в итоге Би-2 отказались выступать. Не состоялось выступление. Но на этом концертную деятельность в России группе пришлось свернуть. А за единственное выступление перед зрителями летнего матча за Суперкубок России футбольный союз до сих пор оправдывается перед Минюстом. Как это так получилось, что противникам войны дали спеть перед фанатами? Рэперы Оксимирон и Фейс, Каста, Алексей Кортнев и его группа «Несчастный случай», певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении. В ближайшее время купить в России билеты на их выступление тоже не получится. Причина та же – антивоенная позиция. То, что для русского поэта 19 века гражданская лирика, то для поэта 21 века экстремизм. В официальных бумажках вот так прямо и пишут. Надзирая, значит, за исполнением законодательства в сфере противодействия экстремизму, прокуратура требует не допускать политических заявлений во время выступления рок-группы «Анакондас» на фестивале. Обоснование, значит, такое, потому что ранее солисты этой группы поддерживали Навального, выступали с критикой деятельности органов государственной власти и осуждали проведение специальной военной операции. Музыканты, кстати, пытаются оспаривать это в суде с помощью Агоры и Павла Чикова, но пока еще безрезультатно. Земфира уехала из России и провела большой концертный тур, и на каждом концерте там высказывалась против войны, но о ней в самом конце этого ролика. Старая гвардия русского рока, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук,
Люди, которые пели о свободе еще в 80-е годы, остались верны себе. Для того, чтобы продолжать петь, да и просто говорить вслух, многим музыкантам пришлось покинуть страну. Экстремизм, коим теперь считается любая критика власти, дискредитация вооруженных сил, то есть любые слова, не совпадающие с заявлениями Министерства обороны, все это реальная угроза тюрьмы. И силовые структуры, оправдывая свое существование, штампуют такие дела пачками. Известность фигуранта сейчас никого не остановит, а наоборот, станет отягчающим обстоятельством. Собственно, это и стало главной причиной отъезда многих музыкантов. Иначе слишком много слов потребовалось бы выкидывать из песен. В некотором смысле исключением здесь стал Юрий Шевчук, который прошел по краю. За рассуждение о том, что такое родина, на Юрия Юлиановича составили протокол. Потом дело его долго перекидывали, как горячую картошку, между Уфой и Петербургом. Даже в наших судах, о которых доброго слова не скажешь, найти того, кто подписался бы под таким, с позволения сказать, актом, было очень непросто. В итоге все-таки нашли судью, и музыканта оштрафовали по статье о дискредитации армии. Можно сказать, что легко отделался. Давайте посмотрим, что он сказал. Очень важно. И сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели опять? Опять гибнут. Гибнет молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да? Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. Спасибо! И для Шевчука, и для многих других платой за право говорить то, что думаешь, и называть черное черным, стало полное... На сегодня отмена концертов на территории России. Понятно, что для музыкантов, которые поют в основном для русскоязычной аудитории, это очень болезненный удар. Однако никто мнение своего не изменил и от позиции не отказался. Свой выбор между правом не молчать и правом жить и работать в своей стране, такой выбор пришлось сделать, конечно, не только рок-музыкантам. Точно так же отменялись концерты и Леонида Агутина, и Валерия Меладзе. Свой ушат помоев достался даже Алле Пугачевой, которая тоже вынуждена была уехать. Алла Пугачева. Отменены спектакли Александра Молочникова. Он публично осудил спекуляции идеологов вторжения в Украину на теме Великой Отечественной войны. Из-за антивоенных высказываний из репертуара столичных театров исчезли спектакли Дмитрия Крымова. Имя Кирилла Серебренникова просто вымороли из афиш. И программки даже перепечатали. А созданный им Google Центр... Театр, как о нем отзывали специалисты выше мирового уровня, просто закрыли. За пределами России в ближайшее время будут жить и работать Рената Литвинова, Чулпан Хаматова, Артур Смольянинов, пианистка Полина Осетинская и балетмейстер Алексей Ратманский. Задвинуты на дальние полки в книжных магазинах издания Дмитрия Быкова, Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского и Леонида Парфенова. Спасибо, пока на кострах книги не жгут. А только прячут. И такие вот символы ставят в магазине, надписи такие. И вынуждают издательство прекратить сотрудничество с неугодными авторами. У кого-то из длинного списка несогласных за плечами годы публичного противостояния с путинской властью. Кому-то хватило буквально одного осуждающего поста или жеста, или действия, или откровенного интервью. Депутаты, прокуроры, услужливые идиоты в разных чинах и званиях все эти месяцы войны не дремлют. Запишем всех, кто не поддерживает линию президента, в экстремисты и враги Отечества. И будем гнать их, значит, из российского культурного пространства. Забавно на этом фоне слушать причитания про отмену русской культуры на Западе. С такими друзьями врагов не надо. Эти сами отлично справляются. Особенно учитывая, что практически весь список агентов иностранного влияния это, в общем-то, и есть самые яркие лица современной российской культуры. Ну, как можно список получился от Шевчука до Пугачевой? Безумные идеологи путинского русского мира
с воплями бросаются защищать Достоевского и Пушкина от придуманных угроз. Караул! Русофобы распоясались! На святое покушаются! Только правда в том, что защищать нечего. Отмена всего русского существует только в России. В реальном же мире на Западе же Чайковский и Мусоргский – уважаемая часть мировой культуры. А в Гамбурге вот в этом сезоне ставят Щелкунчика, в Венской опере «Спящую красавицу», а Миланский театр «Ла Скала» готовится к премьере Бориса Годунова. Вот прямо сейчас, в этом декабре. И те же защитники правильной русской культуры сегодня выдавливают из страны культуру на их вкус неправильную, переводят в разряд запрещенки русских литераторов, музыкантов, режиссеров. Людей, по работам которых потомки будут судить о России 21 века, не по Путину, а по ним. Это весной, в апреле и марте во многих крупных городах России случилось своего рода, если можно так сказать, культурное событие. Прошел некий музыкально-патриотический марафон «За Россию» через букву «Z». По официальной формулировке организаторов, в поддержку военнослужащих, занятых в спецоперации. Все это происходило как раз в то время, когда весь мир ужаснулся тому кошмару, что оставила после себя отступившая из-под Киева российская армия. И в это время в 30 городах на главных площадях монтировались сцены, со всех сторон обвешанные символами войны. Машина пропаганды делала картинку. Радость, всенародная поддержка, монолитное российское единство, общество. Билеты на митинг-концерт не продавали. Их пытались хоть как-то, хоть добровольно-принудительно или с доплатой впаривать хоть кому-то. Где-то нагоняли студентов и школьников, юнармейцев. Но в основном было как-то пустовато. В общем-то, по программке этих концертов можно сверять имена артистов и музыкантов, вставших под знамена путинской войны. Ну, что тут скажешь? Трудно поверить, что кто-то из участников на самом деле искренне верит, что вот то, что сделали, это правильно. Поссориться со всем миром, развязать кровавую войну с соседом, положить на ней тысячи молодых и не очень мужчин, женщин и детей. Что это, мол, здорово. И вообще, самое то, что надо для нашей страны. Что именно так выглядит путь к благополучию, развитию и процветанию. Эти люди, скорее всего, все понимают. Скорее всего, они просто работают на тех, кто хорошо платит. Пока в государственном бюджете хватает денег и на ракеты, и на песни, они будут работать. Закончатся деньги, поутихнет и любовь к войне. Итак, вот есть два противоположных лагеря, совсем неравных. Знакомые как-то вот давно нам люди, артисты, они, конечно, в основном против войны выступили. Но, тем не менее, как-то разделились. Кто-то и выступил и за. Есть люди, вставшие по разные стороны войны и прямо заявившие о своем к ней отношении. Однако огромное количество творческих людей сегодня продолжают молча делать свое дело, не осуждая и не поддерживая. Не обращают внимания на символы, не требуют их завесить. Не заостряют то, что не обязательно заострять. Собственно, делают то же самое, что и миллионы других непубличных людей, живущих в современной России. Можно ли их за это осуждать? Сложный вопрос. Я думаю, нет. Рискнуть делом всей жизни, разделить этот риск со своим творческим коллективом, готовы не все, и это понятно. Но нашлись все же те, кто молчать не стал. И нашлось их много, и в основном именно те, кто собирал стадионы. Именно те, кого слушали и уважали, и слушают и уважают миллионы россиян. И вот этих людей нам с вами нужно поддерживать и помнить об их поступке всегда. Они ничего никому не были должны, но поступили правильно. Они поддержали правду и справедливость, пожертвовав многим, и за это им большое спасибо. Теперь для конца этого ролика давайте полностью послушаем песню Земфиры с одного из концертов. И посмотрите до конца, даже когда она петь закончит. Там очень все здорово. До завтра. Сегодня 253-й день войны. Войны, которую развязала моя страна. Мы начали этот небольшой тур в 228-й день. Такая новая страшная реальность. Концерты во время войны. Я понимаю, что больше никогда. Я хочу выразить поддержку Украине, во-первых.
Я понимаю, что я больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем, мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. И я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Но прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная, жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войны. Не стреляйте!